Лаваш с крабовыми палочками. Нам понадобится 400 грамм крабовых палочек, плавленый или сливочный сыр 100-150 грамм, тонкий лаваш 300 грамм и 25 грамм укропа или любой другой зелени. Зелень мелко нарезаем. Разворачиваем крабовые палочки. Если лаваш большой, его можно разрезать. Намазываем лаваш сыром. Посыпаем зеленью, не жалеем. И выкладываем сверху крабовые палочки, чтобы они полностью покрыли лаваш. Сворачиваем рулетиком. И ставим в холодильник на 2-3 часа для пропитки. Режем на порционные кусочки. Приятного аппетита!